Голос. Апорт. ЕГА, второй день. Про какой сериал ты говоришь? «Во все тяжкие». А, давай расскажем Антону про «Во все тяжкие». Учитель химии заболел раком. Ты не смотрел, Антон? Мы приехали? Соловей? Да, вы приехали. Между прочим, творческая встреча с артистами театра «Полезных смех» кувырком. Фольклорный детектив ЕГА. Вот есть уникальная возможность поговорить об аниматорстве и актерстве. Пойдемте. Я отправляюсь в магазин. Мы в городе Сестрорецк. Прекрасная погода. Прохладный тенек и тепленько на солнышке. Хорошо. На днях прочитал статью про тетку. Первый раз в жизни или за последние годы сделала вдох. Ну, в легкий, сама. То есть раньше она была с каким-то аппаратом. И эта мысль мне не дает покоя, что, блин, насколько на автомате. Ну, дышу и дышу, блин. А ведь дышать... это же кайф. Я, кстати, вчера, когда мы возвращались... Чё это? Это мы придумали с Яшей много лет назад сдавать анализы в 3-литровой банке и ехать в метро. И она просто прозрачная, не замотанная ничем. И так ехать с каменным лицом, сидеть и вести анализ. Если чего кому обещано, так хоть год пройдет, хоть 10. Все выполняйте, исполняйте. Договорились? Да! Собираемся. То есть ты можешь так как бы сказать: иди сюда, внучок, иди, не трону, иди к бабушке. Но при этом не кричи: бабушка, внучок. Они смеются над тобой, получается, да? А ты изначально бабушку-то немножко по егинистей такую. Это были маленькие гастроли театра кувырком. Около торгового центра, и там говорят рекламу. У нас профессиональные аниматоры. Как может быть профессиональный аниматор? Хорошие аниматоры, крутые аниматоры. Там, чудес. Ну, не учится, это не профессия, аниматор. Я насчет аниматора... Согласен. Зря. Аниматор дословно это актер. Это в нашем преломленном измененном состоянии аниматор — это человек, буханка на перекрестке, раздающий флаеры. И профессиональный аниматор очень, это такая специализация, очень узко знает свое дело и хорошо справляется, если он профессиональный. Но в действительности все по-другому. Аниматор у нас не тот человек, который вот получил профессию, который умеет это делать профессионально. Да. А тот, кто пришел деньги заработать за небольшую сумму. Да, а артисты театра, отлично выступающие в виде аниматоров, им говорят: блин, вы такие классные актеры, вы настоящие актеры, наверное, да? Хотя на самом деле они просто делают аниматорскую работу. Вот то, что мы вчера, например, да, делали. А и до нас дошло только все в перевернутом виде. У нас аниматоры — это фуфлыжники, студенты с маской на башке. А если это хороший праздник,
с шариками и хлопушками и довольными детьми. Блин, вы как настоящие актеры. То есть вот это комплимент, понимаешь? Ну вот, ну что поделать. Все наоборот. Зайчики, давайте сейчас почистим вот сцену с метлой. Вообще не слушают.